друзья, всем привет! Начинаю строить мастерскую. Сейчас у нас середина октября, и надо в течение месяца все забацать. Вот здесь у меня была баня, ну, подобие бани из шпал, которая 15 лет уже не работала, вся сгнила. То есть я ее убрал, сейчас вот расчищу площадку. Проблема вот с этим деревом, оно было очень большое, я его спилил. Уже полдня с ним мучаюсь, обкопал вокруг. Там толстые такие вот деревяшки. Все никак его не выкручу. По плану вытащить надо вот это дерево, начинать делать опалубку. Вот эту всю середину я отсевом засыплю. Отсев буду возить вот на этой телеге. Затем после того, как отсев привезу, буду возить гравий, песок, опять же, на этой телеге, по этой дорожке. То есть необходимо будет здесь сделать, намесить вручную, ну, не вручную, с помощью маленькой бетономешалки, 7 кубов бетона. И сделать основание. Из газосиликата сделать стены. Выкорчевал пенек, наконец-то, огромный вообще. Вот здесь он был, здесь все утрамбовал. Уже третий день мучаюсь, готовлю площадку, все никак не подготовлю. Натянул шнурку, чтобы хотя бы границы было видно. Вот здесь вот был фундамент под печку. Два дня его долбил перфоратором. Ужас, руки трясутся, все трясется. Вот таким перфоратором огромным. Вот сейчас вот эту всю территорию разровняю, отсыплю отсевом, затем буду делать опалубку. Вот это бывший фундамент, он будет задней стенкой опалубки. Глубина получается где-то 65-70 сантиметров. 20 сантиметров я отсыплю отсевом, утрамбую. И получается где-то сантиметров 40 будет ленточный фундамент. Вот так вот я выкопал. Сейчас вот эту трубу уберу, я вот по-другому перевязал шнурку. Получается песок. Вот таких надо отверстий щетки наделать. Все. Так, ну вот сделал я опалубку. Опалубка держится на таких брусках. И колышки вбиты в землю, чтобы она не свалилась вовнутрь. Когда сюда поставлю армирующую сетку, еще вот здесь креплю планочкой. Пробурил отверстие. Еще буду подсыпать отсевом внизу с метров 15-20 трамбовывать и ставить сетку. Вот здесь осталось
отсевом, отсыпать, все пройти виброплитой, и будет бетон сантиметров 15, наверное, толщина, тоже с сеткой. Ну, все в процессе. А это мой лучший друг, тачка. С помощью нее я построил очень много всего. Правда, подшипники немножко там развалились. Надо завтра подшипники купить новые. Там беда произошла. Не выдержала нагрузки. Вожу вот к такому мостику. Такая временная горка. То есть когда все подготовлю для бетона, туда надо будет привезти кучу гравия, тонн 4, наверное, думаю, хватит, и 5 тонн кучу песка. Поставлю туда вовнутрь бетономешалку и буду месить и заливать по периметру все. Закидываем отсев и потом трамбуем. Ну вот получается у нас 50 сантиметров и 45 сантиметров будет армирующая сетка. Мы продолжаем в таком же духе по всему периметру. Так, вот у нас карта, диаметр проволоки 4 миллиметра, карта размером 2 на 3 метра, ячейка 100 на 100 миллиметров. То есть сейчас мы ее пилим по длинной стороне и получается у нас размер метр на 3, и метр загибаем 45 и 45, получается буква П, и будем ее укладывать в фундамент. Вот такая буква П получилась. Теперь ее можно укладывать в фундамент. Вот так. Все отсыпал. Все утрамбовал. Сейчас будем устанавливать карты, которые сгибали. Связал вот такие треугольники, устанавливаем их в отверстие.
Вот так устанавливаем. Здесь надо будет обвязать вязальной проволокой. А здесь отрезать кусок ставить. Итак, по периметру. Установил карты. Связал. К столбикам привязал все. Здесь тоже связал. То есть вот так получается. Скоро заливка. Осталось еще вот эти перемычки прикрутить. И как бы все. Осталось прокрутить по периметру. Сюда навожу кучу гравия, кучу песка, поставлю бетономешалку и прямо изнутри буду месить и весь периметр заливать. Добавлю в бетон, придется добавить бетон-мороз, не знаю, как он правильно называется, короче, чтобы бетон до минус хотя бы 10 сок, так как на улице уже там плюс 3, ночью 0, а бетон будет как бы вместе вставать, то есть буду добавлять химозу, чтобы лучше все высохло на всякий случай, чтобы перестраховаться. Потому что, блин, в течение месяца по-любому будет уже мороз, может быть там минус 7, может быть даже ночью минус 10. Дня через 3-4, как залью бетонное основание, то есть выйдет следующий видос по заливке. Ладно, всем спасибо, пока.